Добрый день, дорогие друзья! Детская музыкальная школа и городской выставочный зал приветствуют вас на концерте класса вокала нашей музыкальной школы. Ну, судя по количеству номеров в программе, его, наверное, можно назвать даже и отчетным в какой-то мере, да, может быть, отчетным концертом вокального отделения. И, в общем, такая бурная концертная практика в этом году, она не случайна для нашей школы, потому что время летит. Все мы взрослеем, меняемся, музыкальная школа вместе с нами. И весь этот календарный год, 2018, это юбилейный год для нашей школы, которая, собственно говоря, образована была в 1983 году. Так что путем нехитрых подсчетов получается, что мы празднуем свое 35-летие. Вот. Для человека это немного, для школы это тем более немного, но у нас заложились какие-то традиции. В 2001 году, собственно говоря, в новый век школа вошла с именем Свиридова, и все немножечко усложнилось, потому что Свиридов – вокальный композитор. Свиридов – человек, работавший со словом, да, работавший с голосом, с его возможностями. Ну и, в общем, может быть, именно это имя добавило какие-то обязательства нашей школе, которая из обычной музыкальной школы превратилась в школу Свиридовскую. Я так посчитал, повспоминал, потому что действительно время улетает. В общем, получается, что ровно 10 лет назад, в 2008 году, осенью, в музыкальной школе появилось вокальное отделение. В дополнение к тем, которые уже существовали раньше. Все исполнительские по инструментам появились вокалисты, которые занимаются вокалом как специальностью. Кто-то рвался на вокал как факультатив, как дополнительное, так сказать, искусство. Я чуть не сказал дополнительный инструмент, но он как раз у нас основной, мы им владеем от рождения. Ну, и вот сегодня, собственно говоря, перед вами такой вот мини-отчетный концерт вокалистов нашей музыкальной школы, где прозвучит, наверное, голос почти каждого, кто учится вокалу, как специальности или как дополнительному предмету. Открывает наш концерт словацкая народная песня «Спи, моя милая». Исполнит ее ученица второго класса Ульяна Шарикова, преподаватель Екатерина Владимировна Кузовова, концертмейстер Елена Николаевна Поликина.
посвящение нашему концерту и вообще, наверное, как посвящение всему, чем мы занимаемся, может прозвучать следующий номер нашей программы. Это песня Георгия Струве на стихи Нины Соловьевой «Моя Россия». Ну, замечательные же слова. «У моей России длинные косички, у моей России светлые реснички». Ну, в общем, это все наши голоса, которые славят нашу страну. И я приглашаю на сцену Кристину Тимину, ученицу 3 класса, преподаватель Саблина Наталья Юрьевна, концертмейстер Юлия Владимировна Герасимова, Георгий Струве «Моя Россия». Концертмейстера выявлять не буду, потому что Юлия Владимировна нас уже не покинет, она останется за роялем до конца концерта. И продолжит программу выступления Полины Сидоровой. Русская народная песня «Как на тоненький ледок». Полина у нас занимается Натальей Юрьевной Саблиной. Надеюсь, недолго. Дальше в программе, знаменитая музыка.
ее всех-то сольфеджио начинают учить, все ее помнят, но не все знают, что ее сочинил один хороший эстонский композитор. Я с удовольствием объявляю следующий номер. Густав Эрнесакс, русский текст Владимира Татаринова, «Едет, едет паровоз». Исполняет Алиса Хамбил, класс преподавателя Саблина Натальи Юрьевны. Перед нами выступит ученица третьего класса Анна Федорова, класс вокала Натальи Юрьевны Саблиной. Совсем недавно Аня начала это искусство осваивать. И прозвучит в ее исполнении русская народная песня «Во саду ли в огороде». Назад у истоков появления вокального отделения стояли тогдашние педагоги хора. Это и Надежда Евгеньевна Ермигина, Тамара Владимировна Пушкарева. А потом люди менялись. Да, работала долгое время Анастасия Ефимовна Марараш. Ну, теперь, в общем-то, у нас в основном два наших нынешних хоровика и вокалиста ведут уроки вокала. Это Наталья Юрьевна Саблина, Наталья Валерьевна Лощевская. Ну, поэтому мы их еще потом увидим, вот они сегодня в зале. Дальше я уже, наверное, каждый раз педагога объявлять не буду. Ну, а вы тоже слушайте друг друга, не убегайте до конца, тут еще для вас кое-что есть. Вот, так что... Да-да-да.
Совершенно верно. Продолжает нашу программу французская народная песня «Пастушка» и споет ее Лолита Матвейчук из первого класса. Учится она как раз у Натальи Валерьевны Лощевской. Лолита, выходи. Опасные вещи, которые не воруют сын со стола. Музыка Мираба Порцхаладзе, слова Михаила Квливидзе. Все-таки рискнул прочитать и не справился. «Кукла» исполняет ученица первого класса Злата Тятенкова. Евгению Ефремову. Женя споет песню Якова Дубравина на слова Вольта Суслова «Без друзей никак нельзя».
наверное, всем вместе хором надо всю весну петь, пока она наконец не наступит. Известные слова, вы сейчас обрадуетесь им. Вольфганг Амадей Моцарт, слова Кристиана Овербека в переводе Татьяны Сикорской «Весенняя песня». Исполняет ученица 2 класса Ирина Амосова. Детская песенка Антония Оренского на слова Алексея Плещеева. Исполнит ее ученица 1 класса Мария Гудкина. Геннадия Гладкова, слова Корнея Чуковского «Муха в бане» исполняет ученица 2 класса Лизина Чиниева. Thank you.
Далее в программе «Русская народная песня «Ноченька» в исполнении ученицы второго класса Анастасии Ситниковой. «Синяя птица» исполняет ученица 5 класса Лейла Руставова, преподаватель Наталья Юрьевна Саблина, концертмейстер Юлия Владимировна Герасимова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
пятого класса Серафимов Лакей исполняют арию Ксеркса из оперы «Ксеркс» Георга Фридриха Генделя. Ольги Фокиной исполняет ученица 6 класса Юлия Кузнецова. Thank you.
«Аллилуйя», «Амен», «Аллилуйя». Исполняет ученица 6 класса Софья Штапнова. Мария Волкова. Thank you.
сказать, что, конечно, во взрослом вокале нужны и женские, и мужские голоса, и распределяются они в классической музыке где-то поровну. Ну, огромный пласт истории вокальной музыки связан со звучанием именно мальчишечьих голосов, потому что и хор мальчиков существует как отдельная категория коллективов, да, и огромное количество музыки было написано именно для мальчишечьих детских голосов, еще начиная со средневековья. У нас тоже есть мальчишки, они тоже поют. С ними сейчас сложнее, потому что голоса они меняют на взрослые раньше, чем прежде. Но если мы отучивались в школе и пели еще детским дисконтом, то сейчас уже и в 11 лет кто-то приходит со справкой и говорит, что он готовится стать басом или тенором. Но у нас мальчишки тоже есть, и они тоже сегодня для вас споют. Выступает Марат Цимберов, ученик 2 класса. По классу вокала Лощевская Наталья Валерьевна, Михаил Рауфвергер, русский текст Владимира Резниченко, «Белый голубь, голубь мира». Столько самой разной и даже очень серьезной музыки прозвучало, но пока мы только дети, нам расти еще расти, да, у нас, хотя на самом деле взрослый мир не так далек, как это кажется, но пора вернуться, наверное, к детской теме, и в завершении нашего концерта выступит Даниил Мамченков, ученик 1 класса, музыка Олега Храмушина, слова Олега Сердобульского, «Зачем зайцу хвост?» Вот такая детская тема. Чтобы его секреть, а зайцу.
теперь мы все знаем. И про хвост, и про то, что наши голоса нам нужны не просто так, хотя они у каждого есть. Но поэтому мы вас еще будем радовать. Ну а сейчас я попрошу подойти сюда всех наших участников и напомнить наших, наверное. А, вы будете звать. А, я буду звать. Так, ну не всех тогда. Выходите, оставайтесь. Так, Наталья Валерьевна Лощевская пришла, Наталья Юрьевна Савлина там, Юлия Владимировна Герасимова, концертмейстер просто. Это люди, которые за кадром нашего концерта. И вот теперь, да, мне будут помогать, а я буду засчитывать наших участников. Выходите и оставайтесь тут, мы на вас еще раз посмотрим. Да? За участие в концерте вокального отделения «Прекрасная далека» награждается Мария Будкина, преподаватель Наталья Юрьевна Савлина. Детская музыкальная школа награждает ученицу 5 класса Лейлу Рустамову за участие в сегодняшнем концерте. Евгения Ефремова, 2 класс, награждаем за выступление в концерте «Прекрасная далека». Лана Тятенкова, первоклассница, получает награду ученица 3 класса Мария Волкова. Так, ну, Кристину Тимину мы потом поймаем, она у нас человек неуловимый, убежала дальше действовать. Софья Штапнова, 6 класс, получает награду за выступление в концерте «Батального отделения 15-й района». Так, вот это тоже тебе. Лолита Матвейчук награждается за выступление. Награду за выступление получает Серафимов Лакей, 5 класс. Веселее на жизнь, смотрите, 4-й. А это выпускница, значит, 5-й, 4-й же. Тем более. 5-й. Последний. Грустно, что вас скоро будет. Настя Ситникова, вот это точно 2-й класс. Марат Цимберов. Так, Настя. Вокал не основной, его инструмент, но вот это у меня сейчас он не голосом. Ирина Амосова, 2-й класс, вокальное отделение. И награждается за участие в концерте. Даня Мамченков, который знает, зачем зайцу хвост, получает свою награду, спасибо. Так. Юля Кузнецова, 6-классница, за концерт «Прекрасная далека», за выступление получает награду. Полина Сидорова, которая в самом начале концерта слышала, и держит подарки. Лизина Чениева награждается за выступление в нашем концерте. Не прячьтесь за колонну, лучше вставайте в 2 ряда. Вы еще не очень большие. Вас будет видно. Так. Сима немножко назад, девчонка немножко в кучку. Так, 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 туда немножко так. Полинка, можно туда вперед, вот к Настику туда. О-о-о-о-о-о-о. Так. Ульяна Шарикова, 2 класс, вокальное отделение. За выступление в концерте получает грамоту и шоколадку. Анна Федорова. И так сильный класс вокала. Выступила такая сегодня вся замечательная. Спасибо. Алиса Хамбир. Прекрасная далека. Сегодня украсила наш тоже. Так, ну и вот, собственно, у меня осталась Кристина Тимина, которую мы уже не поймали. Вот они наши вокалисты, вот они наши голоса России. Вот. Ну, России, только что. Не помню, с чего начинался концерт. Вот, собственно говоря, посмотрите на них, мы еще, наверное, встретимся. Они еще не все заканчивают музыкальную школу, мы для вас еще споем. Так, ну вот, вместе, ну как, вот вас, вот там Юлину, меня, Эйсер Владимировна. А? Давайте вот и Юлия Владимировна, вы сегодня озвучили практически весь концерт почти в одиночку. Так, Катерина Владимировна где-то тут есть, Кузовова, тоже были участники от нее сегодня. Вот, поэтому... Мы влезаем, как мы будем. Так тут просто наезд поставлю. Влезаем. Сейчас я наезд-то уберу.